Чтобы лучше было видно, на набережной Грина срубят кустарники, которые закрывают вид на реку. Кировчане много раз жаловались на эти заросли. Как сообщили в мэрии, вырубка кустарников проводится один раз в 3 года. Их должны были убрать еще раньше, но после урагана неделю назад сотрудников задействовали в ликвидации последствий стихии. Объем работы на набережной большой, к вырубке приступят в ближайшие дни, а закончить планируют к середине сентября. В планах срубить кустарники на набережной от Вечного огня до Слободского спуска, то есть примерно до Большой Ротонды.